Вот, значит, из 19 осталось 8. Дело в чем? Дело в том, что свиноматка очень большая. Примерно килограмм 300. И она, когда кормит, не может выкинуть второй ряд сосков. И, соответственно, те поросята, которые были посильнее, покрупнее, все соски забрали. И меньшим ничего не осталось. И каждый день 1-2, 1-2. Они просто от истощения умирали. И в итоге осталось 8 штук. Вот поэтому больших свиноматок и не стоит держать. Это у нее уже 4-й опорос. Здесь у меня тоже примерно такие же. Вот на днях ждем опорос. Вот смотрите, как оно обвисает у них. Они огромные. Вот наложится. Поросята до второго ряда сосков дотянуться не могут. Поэтому самое хорошо, когда 1-2 опороса и все. И новое поколение. Поставил первый день сегодня корм, знакомиться. Сегодня поросятам 11 дней. Поэтому рано радовался, когда их было 19 штук. Это понятно, что все 19 и не выжили бы. Ну, хотя бы 14-15 было бы неплохо. Свиноматок и молодого хряка кормлю вот таким вот кормом. Пуриновская БМВД. 20%. Вот этого хрячка кормлю. Ничего вы кричите, не слышно же. Это молодых себе оставил тоже на племя. Подрастают. Двухмесячные. Бен, Бенчпок. Бен, иди сюда. Бен. Иди сюда, Бен. Молодая свинка начинает загуливать. Потерпите, рано вам еще. Им сейчас 5 месяцев. Че, Петюнь, не хочется перелезть, да?
Кстати, в станке для опоросов провел ниппельное паение. Поставил бочку. Если будет интересно, пишите комментарии. Подробнее уже напишу, что из чего делал, как соединял. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.